Привет, ребята, мы приехали в город Чонжоу. Нашли вот эту вот записочку, которая тут гласит, что наш номер, вернее, наша комната, это вот такими иероглифами обозначается. Здесь нет привычных номеров комнат. Есть вот такие подписулечки. Сейчас мы изучим, что тут есть. Это... Вот это вот, наверное, нагревает пол. Штукенция, как у нас была с нашим самым первым отеле. Вернее, хостеле. Здесь есть кофеварка. Кофеечек можно сделать. Кофе-агрегат, микроволновка. Всякие посуды и банановая кожура. А вон вай-файка. Вай-файка, тут есть яйки. Можно, наверное, стрельнуть пару яек. Вот наш, собственно говоря, наша комнатулечка. Тоже лялька у нас инспекцию проводит, что мы там купили вкусненького. Ну, вот так вот скудненько и живем. Тубзичек миленький. Картинки везде. Немного пахнет детскими какашками. Это потому, что лялька только что навалила штаны. Ну, а мы уже все поменяли. Сейчас вечером мы зашли в магазин, чтобы купить немного провианта. Вот можно полюбоваться, чем питаются в это время суток молодые граждане Южной Кореи. Они питаются бичиками. Да. Мы решили немножко тут затариться пепсиколой, пепсикола, сок пиццы. Акутян взяла какую-то штукенцию, типа как комбинированный ужин. Роллы вон запакованные. Сейчас мы это все дома приготовим и скушаем. Мы приехали в этот город сегодня днем, но выбрались на улицу только сейчас, потому что весь день, прям с утра, поливал сильный-сильный дождь. И вот благо он уже закончился. На улицах никогошечки нету. Наш вечерний ужин, купленный в супермаркете, вернее, купленный в забегаловке. Ну, выглядит ничего так. В этом ведерке был рис и нечто похожее на тофу. Какая-то фигня. По-моему, это яйцо. Яйцо. Вот моя пицца. Вот так вот она выглядит не очень аппетитно. Ну, все, спокойной ночи. Пока-пока.